В Подмосковье стартовал онлайн-конкурс на самую красивую матрешку. Указом президента России 2024 год объявлен годом семьи. А матрешка в нашей стране традиционно считается семейным символом. Мероприятие организовано под патронажем Министерства культуры и туризма Московской области. Онлайн-конкурс проводится на сайте «История матрешки», который основан в Сергиево-Пасадском округе. По словам организаторов, цель конкурса – популяризация традиционной русской игрушки, выявление лучших ее образцов, а также продвижение смыслов, которые она не семейных ценностей, культурных традиций, эстетических стандартов. Принять участие в конкурсе могут производители или владельцы матрешек, проживающие в Московской области. Для этого необходимо разместить фотографии деревянной игрушки на сайте. Уже сейчас там можно увидеть более 300 изображений. На первом этапе конкурса матрешек оценивают посетители портала путем онлайн-голосования. Окончательную оценку даст профессиональная жюри. Конкурс продлится до декабря 2024 года.